Безусловно, это ужасно, что гибнут люди, тем более журналисты, то есть, как бы, которые особо не имеют отношения к конфликту. Но, с другой стороны, журналисты там есть, но информация все равно не доносится стопроцентно и окончательно. Все равно там информация, которую мы получаем, там, не знаю, по интернету, по телевизору, но это, дай бог, там процентов 25 от той правды, которая происходит на самом деле. Я не знаю, поэтому создается впечатление, что люди, ну непонятно, за что они гибнут тогда.